Денис хороший, мощный очень. Денис готовится. Единственное, возможно, на вот как раз в этом периоде подготовки я бы посоветовал ему немножко больше времени не забывать об отдыхе. Вот, потому что наверняка есть плотный график, наверняка есть загрузка, и из-за этого, возможно, страдает именно такая важная часть, как восстановление. Вот. Поэтому может из-за этого, там, допустим, садиться как раз выносливость быстрее. Да? Вот, возможно, перегружает. Ну, не то, что перегружает, я бы не советовал ему в фазе подготовки, да, перегружать именно связки очень большими весами непосредственно перед самими соревнованиями в каком-то периоде. То есть сделать периодизацию, да, и четко не исследовать. Стараться больше высыпаться именно, стараться помнить о том, что все мы люди, и какие бы мы сильными, там, нереальными не были, все-таки усталость, недовосстановленность, недокомпенсация связок, она может сыграть с нами достаточно плохую шутку. И, ну, в частности, мной в этом были уличены некоторые, ну, другие спортсмены, топовые, да. В частности, там, допустим, когда мы были на Виндете, Хаджимурат Залоев, оказалось, что боролся за 3 дня, там, тренировался до Виндеты, когда он боролся с Тодом Хатчесом. Тогда, конечно, получилось так, что он, к сожалению, проиграл. Но это именно вот не потому, что он там был слабее, а потому, что такие вот недоработки, которые мы упускаем из вида, и из-за этого такое случается. Ты на левой и на правой постоялся? И на левой, и на правой постоял. Разница в руках для меня, наверное, есть, потому что у меня правая, ну, посильнее. У меня боковой нажим правой сильнее. Боковой нажим, конечно, у Дениса вообще просто нереальный. Катастрофический, я бы даже сказал, по-другому. Он из любого положения выдергивает этим боковым нажимом и все, уничтожает просто. То есть не дает работать. А ты мне скажи, как ты думаешь, с кем ему будет все-таки сложнее, с пушкой или с Варатом? Мне кажется, что с Андреем Пушкарем. Все-таки. Все-таки мне кажется, что с Пушкой. Почему-то. Мне кажется, что Андрей, он готовится сейчас. Хотя и Ларат готовится. Так тяжело сказать на самом-то деле. Не знаю, мне кажется, что просто Ларат да не встречался с Денисом никогда. А вот Андрей это знает и сильные его, и слабые стороны. И вот в этом плане, насколько спортсмены подготовятся, насколько они уберут свои слабые стороны, бреши свои закроют, от этого будет исходить, зависеть исход поединка непосредственно.